Да, вроде все есть. Так, это мне ручка. А где моя, повторяющаяся штука? Очки для плавания. Ой, как все. Кого ты обманываешь? Ой, статы-то какие плохие-то. Ой. Все, ой, ой, Родька обворовал меня. Обворовал меня. О, подожди, это я уже вышел на рут? День рождения Асаки. Братан, ты меня на месяц откатил. Ты что, троллишь меня, что ли? Кстати, Дима, ты мне люф дал? Зато тёлки дают. Ладно, зато тёлки дают. Ну, ты на самом деле мне все сделал хорошо. Еще один напряженный день работы завершен. Ух, я вышел с комнаты со света полностью вымотанным. Кайто! Вдруг Асака пробежала по коридору так, как будто у нее горел зад. Это кризис! Что за кризис? Асака схватила мою голову и опустила на колени, подозрительно осматриваясь. Меня преследовали какие-то плохие парни! Плохи. Статы твои, пес, это сыв сначала рута. Плохие парни? Давай, нам надо убираться отсюда! Что? Прежде чем я мог задать еще один вопрос, Асака схватила мою руку и потащила прочь. Быстрее, быстрее! Это была одна из шуток Асаги. Ну, как член студсовета, я не собираюсь в этом участвовать. Асага, стой! Твои шутки всегда заходят слишком. Именно тогда отряд лысых громил в черных костюмах поднялся по лестнице и побежал прямо к нам. Вот черт, они выглядят так же, как и мафиози из криминальных фильмов. Что за... Вот черт, что происходит? Я перестал протестовать и побежал с Асагой куда подальше отсюда. Мы побежали по небесному коридору в другое здание. Мы можем позаимствовать плащ-камуфляж у Чигары, чтобы уйти от этих парней. Мы ворвались в лабораторию. Я схватил плащ со стола и включил его, делая нас невидимыми. Я обнял Асагу и толкнул ее под стол, когда отряд мафиози пробегали мимо лаборатории. Ах, черт, я закрыл рукой рот Асаги. Что за тупой сценарий? Это изменение в жанре было слишком внезапно. После того, как я был уверен, что все из них давно убежали, мы вышли из-под плаща. Па! Ух, я едва могла дышать под ним! Я скрестил руки на груди и сердито стал перед Асагой. Что это было? Почему эти люди гнались за тобой? О, ну ты знаешь. Я просто играла в ховербол на поле, когда я ударила по мячу со всей дури, и он вылетел из парка. Вскоре он разбил окно довольно странно выглядящему черному шаттлу. Татуированный парень вышел и кричал на своих головорезов, чтобы они заставили меня заплатить. Целая куча парней в костюмах взяли и начали гоняться за мной. О, только не говори, что ты теперь отмечена мафией. Все из-за дурацкого ховербола? Я закрыл лицо рукой и спустился на пол. Из всех окон, которые ты могла разбить, ты разбила именно окно босса мафии. Но это не моя вина! Это был просто несчастный случай. Несчастный случай или нет, мы теперь по уши в проблемах. Я очень надеюсь на то, что эти ребята уже починили свой шаттл и забыли об этом инциденте. Было бы плохо, если бы Асага была теперь отмечена мафией из-за этого. Она просто не могла попасть в еще большие проблемы. Почему нам удалось выйти... Похоже, нам удалось выйти сухими из воды. Здесь нечего смеяться. Даже если сейчас сделать все просто... Даже сейчас это, скорее всего, просто очередное веселое приключение Асаги. Что же мне теперь делать? О, Кайта. Пошлые шутки, шутки, политика, учеба, сплетни, воспоминания, шарм, религия, погода. Ну, типа погода. Хе-хе-хе, чуть позже расскажешь подробности. Так. Минус удача, минус стресс, все у меня плохо. Так подожди, у меня престиж еще высокий. Так события еще не случились, а у меня уже адский престиж. Это говорит о том, что мне можно ничего не делать, что ли? Блин, я их нафармлю? Да, я их, короче, нафармлю до опупения просто, и все.
Мне, короче, Родька на самом деле подкинул обузный сейф. Смотрите, во-первых, у меня начался рут. Я правильно понимаю, у меня начался рут. Ты все правильно сделал, Родька? Мне можно ни о чем не думать. У меня он мне подкинул рут. У меня уже куча статов. У меня уже куча всего. Так, я могу пойти. Так, дом. Разведанные. Ядрить! Ядрить за обужина. Все понятно. Спасибо, до свидания. Я могу теперь... Теперь, наконец-то, эта игра ровно на том уровне сложности, на котором я и считаю с самого начала, она должна была быть. Ровно на том. На том. Это как-то очень быстро все проскочило. Это какой-то фаст-кат-сцена? У меня все клубы зайдут на золотую. Удай бог, фу, абузер, 4. Хорош, на 4. Ладно, хорошо, я это заслужил. Я это заслужил, потому что все было для меня очень плохо. Блин, как ты это сделал? Родя мне сломал Санрайдер, я теперь не могу растягивать время, чтобы... Прекрасный день для прогулки. Прекрасный день для прогулки, не правда ли? Давай, пошлые шутки. Нет! Сегодня клубная работа закончена. Блин, подожди. Родя, прекрати, пожалуйста. Скрыть интерфейс, авторежим. Авторежим. Что это такое авторежим? Настройки. Продолжить после выбора, прекратить пропуск. Оконная, полноэкранная сложность. Нормальный режим, быстрое действие. О, быстрое действие, да, это вот оно. Кстати, давайте попробуем с быстрым действием играть. Так, меню. Меню, быстрое действие. Быстрое действие. Так, настройки, быстрое действие. Готово. Так, я хотел в библиотеку идти делать домашнюю работу. Ой, вам нужно что-то проскани... неважно. Так, зашармируем. Нет, вы слишком добры. Да, это было быстрое действие. Слушайте, а мне нравится быстрое действие, я оставлю. Быстрое действие. Пам-пам-пам-пам. Я пал в постель и быстро заснул. Быстрое сохранение. А, подожди, это надо сохранение жать, а не быстрое сохранение. Так, надо вот эту штуку сохранить. Так, эту хрень еще уменьшим. Чтобы она не бесила. Так вот уменьшим и вот сюда. Так. Домашки много, чет. Пришло утро, пора в школу, да вот уже все. На следующий день после инцидента с мафией я осторожно вошел на территорию школы. Я смотрелся на предмет каких-либо неприятностей. Хорошо, похоже, пронесло. Я что, собираюсь всю жизнь прожить в постоянном страхе? Что ты делаешь? Ух. Да, это начало рута с теми садами, которые у тебя были. Когда смотрел, сердце специально накинул, чтобы ты, не дай бог, снова не зафейлил. Если зафейлишь, я буду огорчен. Я тоже буду огорчен, Родька, я тоже. Ты уже распаковал рыжику? Господи, ты ужасен. Ух. Я вскочил и в панике развернулся. О, Пресс, это всего лишь ты. Что случилось? Каким-то образом мне показалось, что воспоминания о той ссоре между Осагой и Авой только ухудшат мне жизнь. А вот ссора между Осагой и Авой какая-то была. Ничего серьезного. Утречка, Пресс. Время для очередного загруженного работы дня. Да? Ха-ха-ха-ха-ха. Ава скрестил руки на груди и посмотрел на меня с подозрением. Я знаю, что ты что-то скрываешь, Кайта. Проклятие, Ава видит меня насквозь. Ты не пытаешься прикрывать наше ходячее недоразумение снова, не так ли? Она приблизилась ко мне так близко, что я думал, что наши носы коснутся друг друга. Последнее время вы много времени проводите вместе. Я даже слышала, что ты пригласил ее на свидание в ее день рождения. Ну, я клянусь, что это был... Я клянусь, что это было не свидание, а пресс. Даже моя сестра была там со мной. Но смотри на этот небольшой поцелуй в конце. Ну, смотря на этот небольшой поцелуй в конце, хотя, зная Сагу, это, вероятно, ничего не значит. Это, короче, с нами случился поцелуй. Я об этом не знал, но он случился. Невероятно. Так или иначе, если ты будешь становиться ближе к нашему недоразумению, то это сделает твою жизнь сложнее. Тебе лучше запомнить это, Кайта. В словах Авы есть доля правды. Боже, а я вообще мог что-то контролировать? Неважно, пора в классы. Хорошо. Просто делай свою работу, хорошо?
Хорошо. Я видел, что Сага ждала меня, когда я вошел в класс. Йоу, Кайта! Похоже, эти ребята решили отстать от меня. Очень на это надеюсь. Постарайся быть более осторожной, хорошо? Было бы плохо, если бы тебя похитила мафия. Похитила. Вы видели это слово замечательно. Асага отдала честь. Есть, сэр! Господи, я действительно надеялся, что все это закончилось. Время обеда, где мне поесть? Конечно же, в классе. Хотя больше мне в классе. Все, мне больше не надо ни за кем ухаживать, и теперь могу фармить инту. Просто масс фармас. Плюс, плюс, плюс. Так, мораль надо поднять, мораль. Карта города, конечно же, пошли работать. Рювянский храм. Надо всякие штуки напокупать. Мне еще, ой. Мне еще надо... Плюс деньги, плюс стресс. Блин, я... Так, стоп. Блин, нет, быстрое дело. Это полный трындец, я не могу сделать... Я минус не могу переиграть. Настройки, быстрое действие. Время обеда где-нибудь поесть. В Библии, конечно. Где-где? В Библии. Кушать не надо. Так, мораль, спортзал. Так, ладно. Наблюдать за клубом, поднять мораль. Пока мораль поднимаем. Позанимаемся зачем-то. Я не знаю, зачем пойду я нафиг, блин, заниматься. Заниматься весь вечер съедает. Ты можешь либо работать, либо заниматься. Теперь понятно, почему все ходят такие толстенькие. Так. Что там, моя подруга меня не подружирует совершенно. Спортзал. Наблюдать за клубом. Сколько будет 8-часовой трек стоить? Если хороший, то 7500. Если плохой, то вообще не отковыряешься. Так, торговый центр, временная работа. Кстати, временная работа. Блин, нифига, он не хочет нигде работать. Что с моим тунеядом? А подарок на дары Асаги. Событие. День рождения Асаги. Уже был день рождения Асаги. Соревнования по плаванию. Вот они будут. Турнир по кендо. Конец недели, у меня сегодня выходной. Ты будешь что-нибудь делать хорошее? Торговый центр. Пойти за покупками. Сканер Союза. Трусишки можно. Набор Свет Богу. Лол. А эти штуки за 7 я даже брать не могу. Так, надо купить талисманы. Малый талисман любви. Ой, я, кстати, его покупал. Большой талисман повтора. Фак, мне на талисман повтора не хватает. Малый талисман... Подожди, а у меня уже, наверное, есть большой талисман любви, да? Лак, цемент. Подожди, у меня нету мало талисмана любви. Но талисман повтора мне приоритетнее. Научный центр, временная работа. А, у меня здесь ничего не работает. Временная работа, здесь надо работать. Все нормально. Талисман повтора сразу покупаем. Хорошо. Хорошо. Даже с щитами... Даже с щитами начал сливаться. Лаборатория, библиотека, студсовет, спортзал. Будем вас подготавливать. А, мне надо бассейн, правда, больше подготавливать. Давайте мораль. Па-па-па-па. Па-па-па-па. У них морали очень много. Сегодня клубная работа закончена. Стресса очень много. Но оно и сливается. Конец недели, торговый центр. Пойти с покупками. Бай, блин, фак. Торговый центр, временная работа. Мне не хватает денег на порно-журнал. Торговый центр, пойти за покупками. Порно-журнал. Хорошо. Работаем. Так, здесь у нас 3-0 должно быть. Я могу это протыкать. Так, так, да. Ура, ура, ура. Престиж 200-600. Такого престижа просто не бывает. Игра, надеюсь, не сломается. Так, библа, библа нафиг, спортзал нафиг.
Карта города, научный центр. А, нет, тут временная работа. Хорошо, минус 400, минус удача, удачу все. Удача мне вообще нафиг. Кстати, каникулы в честь дня освобождения на подходе, верно? Что-то я не помню, чтобы у тебя были назначены свидания, Кайта. В смысле, ты мне сама назначила свидание? Эй, не похоже, что и у тебя тоже. Хе-хе, мы должны пойти все вместе. Было бы весело, когда мы толпой пошли в храм во время зимнего фестивала. Фестиваля, так это мы видели? Я могу вам уже что-нибудь подарить? Могу вам одни трусики надеть? Так, конечно, звучит здорово. Так, здесь мы соглашаемся, идем. Помним, что мы Асаги скормим Марай. Время обеда где-нибудь поесть. Какая еда? Мне незачем. Мне незачем. Мне по три домашней работы. А! У меня по три домашней работы, потому что у меня перк. У меня другой класс. У меня другой класс. Мне Родька создал другого класса. Другого класса чувака. У меня чувак был интовичком. Так, бассейн. Так, следующий у нас турнир по кендо. Мораль готова. А здесь наблюдать за клубом можно. Так, что-то не так в этот раз. Нет, президент. Я готова поклясться, что зарезервировала спортзал в этом месяце для наших занятий. Я не вижу форму запроса на использование этого объекта с вашим именем на ней. Похоже, что я должна отдать этот спортзал клубу гимнастики вместо вашего. Что тут происходит? У-у-у, Кайта. Скажи, что это наш спортзал. Асака забыла отправить запрос на использование этого объекта в этом месяце, поэтому, когда студсовет заполнял вакансии, он решил отдать спортзал клубу гимнастики. Да ладно, ты должна знать, что мы используем этот спортзал. Мы его используем с начала этого года. Кого волнует, заполнена ли эта глупая форма или нет? Ты должна была подать документы именно для предотвращения подобных ситуаций. Я попытался разрядить обстановку, став между Асагой и Авой. Ну, пресс, ты назначила меня исправить клуб кендо. И я пишу отчеты о их достижениях каждую неделю. Так не должно ли быть очевидно, что спортзал используется для их занятий? Пока не будут поданы документы, это не имеет значения. Никаких бумаг, значит, и мы больше не нужны, значит, наши места скоро станут вакантными. А, Ава всегда серьезно относилась к документам. Я схватился за голову в отчаянии. Но пресс! Никаких но! Если клуб гимнастики смог подать документы, то почему не смог клуб кендо? Или кендо? Как правильно, я не знаю. Это несправедливо! Мы не можем потерять спортзал просто из-за формальности. Ох, я согласен с Асагой. Где они должны тренироваться без спортзала, пресс? Ты ведь хотел исправить этот клуб тоже, не так ли? Если мы хотим попасть на национальные соревнования в этом году, то им нужно место для занятий. Эх, ты ведь заведующий, не так ли? Так возьми на себя ответственность за подачу документов и поиск нового места для занятий. Я? Ни за что. А, неважно. Я уверена, что мы сможем как-нибудь придумать. Что-нибудь придумать, Кайта. Так или иначе, клуб гимнастики забрали спортзал на месяц. И с этим ничего не поделаешь. Ава тяжело вздохнула и ушла. Как только Ава исчезла, Асага топнула ногой в гневе. Фу! Я заткнул уши и закрыл глаза. Сейчас Асага выдаст весь свой запас ругательств. Ничего не вижу, ничего не слышу. Так или иначе, что теперь будем делать? Без места для занятий клуб кендо обречен. Просто одна проблема на другой. В чем ее проблема? Бьюсь об заклад, ее никто никогда не трахнет. Ты знаешь, Кайта, что таких девушек нужно пердолить и еще раз пердолить. Я схватил Асагу и закрыл ей рот, прежде чем она скажет еще что-то непристойное. Воу, полегче. Это как бы правда. Конечно, ну, действительно, как бы, но кто откажется? И действительно бы проблем было меньше. Ей действительно нужно промыть рот с мылом. Эй, отпусти меня, дурачина! Просто успокойся, хорошо? Кроме того, это произошло из-за того, что ты забыла подать форму. Фу-фу-фу.
Ну и что твоя микроскопическая форма могла с этим поделать? Это все только потому, что эта блудница хочет, чтобы я вернулась. Такой грязный рот. Слушай сюда, Кайта, ты слишком наивен. Если девушка начинает ревновать, то она сделает все, чтобы обыграть соперницу. Ты можешь рассчитывать на это. Все, что она здесь делала, это доказывало свое превосходство. Только и всего. Я заткнул уши руками, опасаясь, что от слов Асаги они свернутся в трубочку. В любом случае, давай просто найдем новое место для тренировок. Ух, пожалуйста, боги Рюви. Спасите нашего покорного слугу от этих двух девушек. Работа в клубе на минусах. Че, у нас теперь в клубе жопения ничего не будет? Делает домашнее задание, блин. По вечерам приплыли. Чики-брики были? Боюсь, что нет. Блин, нифига себе, эта штука мешает жить. Я вошел в комнату. Ух, он на удивление пустой. Я думаю, Ава где-то задержалась. Я сел на свой стул, чтобы запомнить последний отчет о клубах. По какой-то причине мне показалось, как будто за мной следят. Кто-то здесь есть. Я встал и обошел вокруг, ища что-нибудь из ряда вон выходящее. Я с опаской подошел к столу Авы. Только я собирался отодвинуть стул, как прямо передо мной материализовалась из воздуха Асага. Что? Что, черт возьми, здесь происходит? Асага, как ты это сделала? Асага потянула меня вниз и прошептала. Я просто ненадолго одолжила у Чигары плащ-камуфляж. Так или иначе, тебе лучше не трогать стул президента. Стул Авы? Почему? Лицо Асаги исказило зловещей улыбки. Давай просто скажем, что ее ждет небольшой сюрприз, когда она сядет на свой стул в следующий раз. Асага! Ты не можешь так поступать с президентом. Ее надо поставить на место после того случая в спортзале. Я надеюсь, это не... дильдо? Почему главный герой Пуська смущается от таких слов? Да, я тоже в шоке. Ты даже 22 дейтян не можешь нахлобучить. Если бы Оля тебя не запикапила, ты бы и ходил в магах. Так и было бы, братан. Ее надо поставить на место, это ужасно. Она президент студсовета. Все больше причин засунуть ей в задницу тидерианского навозного жука. Мне не нравится, как это звучит. Убери ловушку немедленно. Именно вот в тот момент я услышал, как открылась входная дверь. Ава вошла в комнату. Асага опустила меня на пол и закрыла нас плащом. Фу, она одна. Я бы предпочла, чтобы это увидел весь тот совет. Меня пугала злая аура Асаги. Асага расползлась в улыбке от уха до уха, когда Ава направилась к своему стулу. Ах, черт, что мне делать? Должен ли я раскрыть наше присутствие? Но Ава точно подумает, что я был соучастником Асаги, если я сделаю это. И тогда мне конец. Но Ава все еще мой друг. Что за страшная сила все время ставит меня перед моральным выбором? Предупредить Аву не высовываться. Так, если я предупрежу Аву, то это будет минус с красненькой. А если не высовываться, то это будет минус с коричневенькой. Коричневенькая мне нужда, так что мы будем не высовываться. Не высовываться, я не хочу запороть. Не высовываемся. Я съежился и с ужасом наблюдал, как Ава направляется к стулу. Что сделала Асага с ее стулом? Когда Ава собиралась сесть, она остановилась. Эх. Она увидела мой открытый голопланшет на столе и закатила глаза. Она подошла к моему столу и взяла мой голопланшет. Этот дурак, а, вероятно, забыл это здесь. Черт побери, Ава. Даже находясь одной, ты называешь меня так. Ну, давай. Асага так пристально смотрела на Аву, как будто пыталась взглядом заставить ее сесть на стул. Внезапно, как будто почувствовав наше присутствие, Ава обернулась. «Кто здесь?» Я спрятался с Асагой под плащом и молился за свою жизнь. «Проклятие! Если Ава меня сейчас увидит, то она меня на клочки порвет.
Что мне делать? Должен ли я бежать отсюда? А вошла прямо на нас. Вот черт! Я посмотрел на дверь, когда Асага схватила меня за руку. Шшшш. Черт! Не уходи со своей позиции, Кайта! Ава скрестила руки и встала прямо перед нами. Упс, она это слышала. Она определенно это слышала. Именно в тот момент Асага встала с плащом и попыталась убежать. Асага! Проклятие, она предала меня, да? Я схватился за конец плаща, заставив нас обоих рухнуть на пол. С грохотом стульев и столов мы покатились и остановились прямо у ног Авы. Ава посмотрела на меня беспощадными глазами. О, Ава! Я вижу, как ты до сих пор не усвоил урок после случая с газетой, Кайта. Несмотря на все неприятности, что эта девушка вызывала, я вижу, что вы двое стали довольно близки. Да еще и в комнате студсовета, к тому же. Как вам не стыдно? Ой. В глазах у нее загорелся такой огонь, будто она собиралась превратиться в огнедышащего дракона. Я оттолкнул от себя Асагу и встал. Нет, клянусь, это не то, что на что похоже. Тогда на что это должно быть похоже? Ну, о. Я просто заполнял отчет о клубах, когда я... Из огня да в полыми. Должен ли я сдать Асагу? Арр, я мужик, я никогда так не поступлю. Ух. Слов подобрать не можешь, да? Невероятно. И я доверила тебе быть моим вице-президентом, Кайта? Проклятье, Ава! Как ты могла себе позволить усомниться в друге детства? Это даже не моя вина! Асага, помоги мне! О-о-о! Кайта просто показывал мне, как правильно заполнять форму запроса на использование объекта. А какая часть этого включает прятание под партами? Ух, я случайно уронила свой карандаш, и мы искали его. Я работал с документами в своем голопланшете. Тут ты дура! Ава сузила глаза, очевидно, не веря ни единому слову истории Асаги. О, просто скажите мне, что именно вы сделали с моим стулом? Опс! Как ты узнала? Ты так на него пялилась, как будто в комнате больше ничего не было. Ава действительно страшный противник. Асага Акаран. На протяжении всей истории Академии Санрайдер ты не вызвала ничего, кроме неприятностей. Будь моя воля, я бы исключила тебя прямо сейчас. Ава, будь благоразумной. Тишина! Ей вообще-то есть вообще дело до моего мнения. Что за глупый прикол вы устроили на этот раз? Было ли это антигравитационное устройство, которое ты использовала в прошлом году? Или замораживатель? Асага буквально дымилась от злости. Неважно. После того, как администрация школы узнает об этом, вы ответите по всей строгости. Мне все равно, мне не нужны твои нравоучения. Асага в ярости ушла и хлопнула дверью за собой. Ух, невероятно. И я ничего с ней даже не сделала. Ава обратила внимание на меня. Ты тоже погряз в неприятностях, Кайта. Слушай, тебе действительно надо быть такой строгой? Ты почти заставила ее плакать. Конечно. Только строгая дисциплина будет способна превратить эту балбесину в продуктивного члена общества. Это Академия Санрайдер. Мы здесь для того, чтобы делать из бесполезных людей, таких как Асага, полезных для общества личностей. А, я-то думал, что цель студсовета просто обеспечить всем счастливую жизнь на время учебы. Кайта, ты всегда ее защищаешь. Ну, ничего не могу с собой поделать. Я должен помочь ее клубу. Если ты будешь слишком мягок, то она никогда не изменится. Ты что, хочешь, чтобы она до конца жизни была такой дурной? Ну, ты права. Но все-таки я думаю, что ты слишком напряженная. А может, мы просто расслабимся и посмотрим, что получится? Эх, я знала, что ты это скажешь. Ух, тебе лучше не делать ничего глупого, Кайта, для своей же пользы. Я и так уже по уши занята, а тут еще этот стул. Ух, да. Я хотел бы посоветовать Ави сжечь этот стул, но я знаю, что ее это только разозлит. Просто не добавляй мне проблем. Хорошо.
Ух, нифига мы огребли. А, они во дворе занимаются. Они во дворе занимаются. Клуб кендо занимается во дворе. Они нашли место во дворе. Ну и ладно. Поднять мораль, наблюдать за клубом. Давайте поднаблюдать за клубом. Плюс готовность, минус мораль. Я нашел осагу, которая стоит у дерева во дворе. Она пнула его. Она вскрикнула от боли и запрыгала на одной ноге. О, что ты делаешь? Фу, это президент Шастуцовета так меня бесит. В первую очередь, ты не должна была пытаться разыграть ее. Я и так это знаю. Ты все время на ее стороне? Я не на чьей стороне. Но ты всегда попадаешь в неприятности, Осага. Ты не можешь просто ненадолго... Ты не можешь ненадолго... Ты можешь не просто ненадолго стать нормальной. Дай ей остыть, и я уложу с ней все вопросы. Ты подашь заявку на помещение на следующий месяц, и все вернется на круги своя. Но быть нормальной скучно! Ты не хочешь, чтобы твоя жизнь была похожа на приключение? Ты не хочешь, чтобы твоя жизнь была похожа на приключение, Кайта? Жизнь слишком коротка, чтобы не веселиться. Я уверен, что там будет время для веселья. Но мы по-прежнему должны упорно трудиться, чтобы зарабатывать на жизнь. Делу время по тихий час. Бе, неубедительно. Осага подкралась ко мне. Давай, господин зануда. Мы просто люди, мы должны жить полной жизнью, ты знаешь. Все, что сделает самоограничение, это превратить тебя в такого же высокомерного болвана, как президент. Ух, ну Ава действительно очень неординарный человек. Но если Осага будет вести себя хорошо и даст мне решить все вопросы с Авой, то все может наладиться. Мне почему-то кажется, что это никогда не случится. Я нахожусь между двумя противоположными людьми. Эх. Ну что ж, в любом случае, спасибо, что пытался заступиться за меня. А? Не позволяй президенту тебя строить, Кайта. Ты тот, кто должен защитить студенчество от ее тирании. Я просто хочу, чтобы все нормально общались. Осага хлопнула меня по плечу. Ты довольно хороший парень, Шилдс. Просто помни. Блин, он меня что, френдзонит? Э, пацаны, что за дела? Истинный герой, борец за свободу. Что за... Сказала прям как в аниме. О, увидимся. Осага подмигнула мне и убежала. Так. Ух, какой утомительный день. Я хромой походкой пошел домой. Пацаны, меня френдзонят. Родя, меня френдзонят, братан. Ты дал мне трай со всеми сердцами, а меня все френдзонят. Меня френдзонят. Где мой куратор? Сука. Не пока. Так и должно быть. Ладно, все хорошо. Я хромой походкой пошел домой. Ау, 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 я еще молод, но моя спина ужасно болела от всей этой работы. Я даже знать не хочу, какая будет у меня напряженная жизнь, когда я стану взрослым. Карта города. Пойду поработаю. Торговый центр, научный центр, торговый. Пойти за покупками, временная работа. Временная работа, конечно же. Какой суматошный день, не то слово. Время обеда, где мне поесть? Конечно же, в Библии. Где в Библии? Подготовка. А чё у меня за класс, Рочка? Почему у меня по 3 домашних задания? И вообще, это хороший класс. Кажется, у меня какой-то убер-класс, который там вообще все может. Потому что я помню, что мой с домашними заданиями перк вообще ни о чем. Двор, мораль. Так, мораль вам поднимаем, конечно. Мораль-то хорошо. О, Кайта. Ой, да о чем хочешь просто. Сплетничь минус харизма. Без понятия, какой у тебя класс, у меня этот сейф давно висел. А ты заразный типа проходил?
Время обеда, где мне поесть? Какое поесть, когда можно подготовиться? Плюс стресс. О, это я, кажется, репик, да, сделал вещи? Ой, да, я репик сделал на эту срань. Так, подожди, а у меня кто? Вообще-то турнир... А, да, плавание мы изи выиграли. Турнир по кендоз. Наблюдать за клубом. Так. Чего я хотел сделать? Еще карта города, торговый центр. Временная работа. Ой, прошу прощения. Ой, прошу прощения. Ой. Я всю игру прошел полностью на ките, на вот этом, что ли? Ядрит ты, ротика, этот. Парногат. Распарноигат. Так, торговый центр. Временная работа. Ой, стресс, плохо. Ой, еще стресс. Ой, торговый центр. Пойти за покупками. РАГ. О, не хочет он работать. Ой, вообще не хочет работать. Начали работать внутри, у него учебные клубы. Вы будете хорошо работать? О, плюс 2 готовность, плюс стресс. Наблюдать за клубом. Да, у них все хорошо. Да, на ките. Господи, как кит проходится? Чувак, я на нормале зафейлился. Я на нормале зафейлился. У меня на самом деле жопа горит от этого просто невероятно. Парк. Рвянский храм. Временная работа. Может быть, у меня... Разочарование Солы. Разочарование Солы. У меня за работу было только что разочарование Солы. Вот это да. Вот это да. Так, сейчас, подождите. Дайте-ка я сохранюсь на всякий пожарный. Сохранение. Вот сюда сохранюсь. Мне кажется, что я могу запороть вообще все ужасно. Так, хорошо. Так. Так, вы готовы прямо с большой буквы. Вот вам мораль. Плюс мораль. Карта города. Временная работа. 4 деньги. Будь сейвами. Чувак, а что, я должен без сейва проходить? Ты даже соло умудрился подвести нубас. Да, тут есть такое. Жутковато, жутковато. Так. Я не знаю, зачем я моралировать. Так, Сириус ЦП кидает в общий чат. Выношу голосование за пермач. В смысле, серьезно? Ребята, посмотрите, пожалуйста, модератор, если Сириус на фейлил с правилами, пермач до конца дня, вообще не глядя. А потом будет извиняться, как псина последняя, конечно же. Модераторы по всей строгости закона. По всей строгости. Если, конечно, он это сделал. Если не сделал, то пусть будет свободен. Так, временная работа. Что у нас тут есть по временной работе? Плюс 2 деньги, плюс 2 стресс. Господи, бедный я несчастный. Плюс 5 деньги, плюс 1 стресс. Там не ЦП. Ну и хорошо. Пришло утро, пора в школу. Время обеда, где мне поесть? Нигде тебе не есть. Готовься здесь. Так, бассейн. Мораль. Давайте в лаборатории поготовим выпечку. Так, карта города. О, хорошо, плюс 9 деньги. Вот в научном центре очень здорово работать. Прям очень, очень уважаемая работа.
Харизма, физ-форма. Так, может быть, хотим хоть что-то купить им? Да не-не-не. Так, здесь... Я думаю, что я... Блин, может быть... Давайте попробуем вот эту штуку просто заспамить. Временная работа. Блин, он все равно про... Здесь золотая медаль. Карта города. События. События следующее. Следующее. Это каникулы. Это день освобождения. Конец каникул. Потом научная выставка. Научная выставка, кстати, у нас тоже золотая будет. Карта города. Торговый центр. Пойти за покупками. Пойти за покупками. Порно, журналы. Покупаем. Радуемся жизни. Зачем, кстати, Роди, на что-то влияет разговор со своей сестрой? Ни на что же не влияет явно. Так. Дом. Разведданные. Давайте за разведданные зачекируем. Кажется, Ава даже... Кажется, у меня улучшилось отношение к Аве. Ладно, главное, что у меня... Главное, что у меня все хорошо вот... Тут-то. Так, временная работа, конечно же. Буду я извиняться, избежался пес. Если бы ты нарушил, я бы тебя забанил пермачом. Не хочешь выходить из пермача? Я чё, я ничего. Так, клубешник. Так, Кендо победил. Следующий у нас... Кендо, следующий у нас научная выставка. Научная выставка немножко... А, научная выставка тоже готова, по-моему. Да, может быть, просто смотреть за опытами. Лаборатория, смотреть за опытами. Карта города, научный центр. Я хочу дождаться, пока у меня начнет по-красному ролиться. И смотреть, что у меня будет там дальше с этим. У меня есть возможность взять какой-то перк, который будет... Морай заглянула. Оу. Я в гневе закрыл свой голопланшет. Что? Уфу, я тебе не помешала. Ты не сделал ничего извращенного? Дура. Блин, а ты, смотрю, активный. Порно средь бела дня смотреть. Как будто я это делал, тупица. Ну так, что хотела. О, ничего, просто предлагаю своему безнадежному девственнику брату шанс пойти на свидание с милой девушкой. Оу, я даже не знаю, кто эта милая девушка. Выходные, Кайта, пошли погуляем вместе. Ёлки-палки, кто заговорил? Безнадежный брат? Не похоже, чтобы у тебя в жизни было больше романтики, чем у меня. Я непорочная и уважаемая дева, которая не поддается на такие вульгарные позывы. Действительно. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Или ты предпочел бы погулять с Осагой вместо меня? Дура, она просто друг. Кроме того, дикие девушки, как она, мне не подходят. Конечно, подходят. Это ты так думаешь, но мое сестринское чутье говорит об обратном. Ах, как знаешь, пошли. Хорошо. Хорошо. Мы подошли к торговому району. Эх, какое милое летнее платье. Я летал в облаках, пока гулял с Марай. Честно говоря, очень скучно гулять со своей сестрой. Эх, я думаю, что свидание со своей сестрой это не то, что должно быть в Реге. Кайта, ты снова думаешь о развратных вещах со мной, не так ли? Блин, как она узнала? Не сказал бы. Гасп! Что такое гасп это? Что если я однажды упаду замертво, Кайта? Я даже видела популярную РГ на своем голопланшете, где ты можешь только наблюдать, как твоя сестра медленно умирает в госпитале в течение 10 лет. Кто захочет играть в такую ущербную игру? Ты бы горевал, если бы что-то подобное случилось со мной, да? Ты всегда, когда мы общались, выглядел так, как будто тебе скучно. Ты постоянно упускал возможность наконец признаться в любви своей непорочной и очаровательной младшей сестре. Я дал подзатыльник Марай. Дура. Как будто что-то подобное когда-нибудь случится. Оу, Кайта. Это не Ираге. Я сомневаюсь, что, что настолько драматичные вещи когда-нибудь с нами произойдут. Ай, Кайта, я вдруг почувствовала острую боль в груди. Хватит прикалываться. Серьезно, Марай никогда не прекратит меня дразнить. Кроме того, нет ничего интересного в отношениях со своей сестрой.
Единственные люди, которые заинтересованы в такого рода отношениях, это люди, у которых нет младшей сестры. Потому что если бы у них она была, они бы знали, каково это. Ух. На друзей детства и младших сестер выпадает несправедливая доля. Я погладил Марай по голове. Это знак признательности твоего брата. Хорошо. Уф, на этой ноте... Марай указала вперед, где я увидел знакомую пару хвостиков. О! Какое совпадение! Это Кайта и его младшая сестра. Ха-ха-ха-ха! Ну разве ты сегодня не милашка? Ух. Марай скривилась и спряталась за мной. Йоу, что привело тебя сюда, Сага? А, ничего особенного. Я просто решил осмотреться. В моей комнате становится довольно жарко летом, поэтому я стараюсь не возвращаться до захода солнца. Какая бедность. Подумать только, кто-то сейчас живет без климат-контроля. Семья Саги действительно должна быть на мели. Звучит ужасно. Ма, это не так плохо. Просто раздеваешься до трусов на ночь, и все хорошо. Слишком много информации. Эх, одиноко гулять одной. Если бы я только имела парня, который мог бы прогуляться со мной, О, я только что вспомнила, что должна была заказать новый пакет риса для мамы сегодня. Отличный съезд. Марай толкнула меня к Асаге и показала большой палец. Неужели моя сестра действительно пытается быть моим ангелом-хранителем? Мне пора. Веселись, Кайта. Расскажешь потом, что сегодня произошло? Как будто что-то может произойти. Марай ушла вся в улыбке. Серьезно, она ушла, потому что хотела увидеть, как ее брат пойдет на свидание? Я даже не знаю, должен ли я быть благодарным или нет. Если я спрошу Марай, почему она ушла, она может ответить что-то типа: «У, я просто попыталась помочь своему безнадежному брату, чтобы он не закончил подвальным девственником». Проклятье, Марай! Уфу. Ну, куда направимся, Кэп? Подожди, у меня есть для тебя кружевные трусики. Ладно, нет, пока нельзя. Ну, давай просто осмотримся. Учитывая то, как внезапно это свидание началось, я даже не успел подготовиться. Я даже представить не мог, что из всех возможных людей я пойду на свидание именно с Асагой. Мы прогуливались вокруг торгового района, смотря на последние новинки. Музончик, конечно, такой прям... Эй, Кайта, ты когда-нибудь держал девушку за руку до этого? Что за вопрос? Конечно, держал. Ты тупица. Серьезно? Кроме руки твоей сестры, конечно. Ну, я уверен, что должен был держать девушку за руку когда-то или в другой жизни. И я же не вижу ничего страшного в этом. Мы больше не в обычной академии, мы просто держимся за руки. Все в наше время это делают. О! Что я ожидалась от Кайта? Как насчет поцелуя на публике? Что, она меня так совращает? Ну если два человека любят друг друга, я не вижу ничего особенного в этом. Да-да! Никогда не держать чувств в себе, просто высвободи их наружу, так я говорю. О, как насчет секса на первом свидании? Ты тупица. Что ты такое говоришь на людях? Что за ответ девственника? Господи, ну и грязь. Грязище, просто грязище. Просто грязище. Иногда ты довольно милый, Шилдс. Я не пытаюсь быть милым. Какая неприличная девушка. Ее нужно держать в строгости, чтобы она пошла по верному пути. Внезапно Асага схватила меня и опустила мою голову вниз. Что? Черт, нас преследовали! Преследовали? О чем ты говоришь? Шш, пошли сюда! Что за резкая смена настроения? Асага подтолкнула меня к узкой аллее. Это становилось подозрительным. Это было похоже на один из тех грязных переулков, где обычно собираются пьяницы. Асага, постой! Что происходит? Плохие парни! Они снова гонятся за мной! Плохие парни? Ты снова имеешь в виду мафию?
Какого черта? Но почему, черт возьми, они так решительно настроены поймать случайную девушку, которая разбила им окно? Прости, Кайта. Я обернулся и увидел, что нас заметил Громила в черном. Черт, он наклонился к рации и вызвал подкрепление. А, давай, мы должны выбираться отсюда! Я схватил Осагу за руку и побежал вниз по переулку. А, черт возьми, происходит! Моя жизнь превратилась в какой-то глупый фильм. Я видел конец переулка. Давай, здесь выход! Вооруженный отряд перекрыл нам с собой выход. Вот черт, и что теперь? Я повернулся и встретился лицом к лицу с лысым громилой, который на голову выше меня. Вот черт! Я стиснул зубы и ждал надвигающийся печальный конец. А, отпусти меня, ты толстолобый! Один из громил схватил Осагу и водрузил ее на плечо, как будто она была мешком картошки. В таком случае они собирались связать ее и бросить в багажник своего шаттла. И я видел достаточно организованной преступности в фильмах, чтобы знать, что случится с ней после этого. А, очередная дилемма. Быть героем, не быть героем. Конечно, быть героем, что тут думать? Разнообразие смеха в аниме, Макмисик. Оля, беги скорее меня кормить, я такой голодный. Мне надо перерыв на поесть, меня тут совсем ничем не кормят. Бутербродосов. Так, конечно же, быть героем. О чем мы? Подожди, если мы не будем героем, то с ней сделают то, что происходит в аниме? Это ужасно. Господи, представляете? Герои не умирают. Да, герои не умирают, вот именно, да. Представляете, это было бы ужасно, если бы я просто сейчас засочевал, зашкерился, отдал бы ее, а потом бы мне показывали жуткие кадры насилия. Это ужасно, нет, это я... Нет, конечно, мы будем героями. Верь в свет, ребята! Верь в свет, мы будем героем. Хентай не аниме. Ты как порно? Это как порно? Не... Тогда ты сдохнешь, привет, стрим окончен. Да ладно, я буду героем. Так, сохранение, на всякий пожарный, давайте сохранимся. Конечно же, мы будем героем. Быть героем. Верь в свет. Ах, тут вопрос жизни и смерти. Нет выбора, я должен попытаться спасти Осагу после всего. Я вице-президент студсовета, это даст тебе физической силы. Пам-пам-пам. Хи-я! Я бросился к громиле, который держал Осагу. Была не была. Тш! Это как влететь в кирпичную стенку. Я отскочил от горы мышц и распластался на земле. Ах, какая боль! Кайта! Внезапно вжих! Последнее, что я помню, как в меня выстрелили из тазера. Троеточие. Ух! Я проснулся в оцепенении. Где я был? Я потер виски, память медленно возвращалась. Ну, здорово, теперь я вспомнил, меня похитила мафия. Где Осага? Они что, уже разобрались с ней? Взглот. Я огляделся, пытаясь разобраться с окружением. Было похоже, что я на каком-то складе. Черт, меня держат заложником на каком-то темном складе, прямо как в дешевых бандитских фильмах. Может ли быть еще хуже? Олька, все в порядке. Ты и немытая мой замечательно готовишь бутерброды. Беги скорее сюда с бутербродами, потом вернешься домой, помоешься как хочешь. Очень хорошо получаются у тебя бутерброды. Все в порядке, Оль. Все в порядке. Может ли быть и еще хуже? Внезапно дверь открылась. А, слишком ярко. О, Кайта, ты вернулся. Какого? И я выглянул за дверь и понял, что это не склад, а кладовая какого-то шикарного отеля. Осага выглядела хорошо. О, хватит с меня групповых изнасилований. Где мы, черт побери, были? Так. Это... Я, кажется, знаю, что это. Ребят, я знаю, что это такое. Короче, этот громила, который за ней гнался, это... Не... Я все... Зная, насколько клишейное это кино, громила, который за ней гнался, это работник ее папашки. Ее папашка какой-то супер-дядька или... Супер-дядька или мафиози-дядька. Вот, и они вот просто хотели узнать про меня. Сага подвела меня к столу, за которым в ожидании нас сидел жирный мужик. Ух, это глава картеля? Он привел меня сюда, чтобы заключить какую-то сомнительную сделку в обмен на мою жизнь? Я нервно сглотнул и присел.
Привет, парень, присаживайся. Не, как мы будем... Он Каллен, он у нас ирландец. Ирландец с... Вообще прямо ирландский при ирландский ирландец. Привет, парень, присаживайся. Он у нас будет как, я не знаю, полумакек, что ли, какой-то. Я хрен его знает. Привет, парень, присаживайся. Я нервно смотрелся, надеясь обнаружить маршрут для побега. Блин, кроме двух громил, дверь караулила еще парочка. Выглянув в окно, я понял, что это как минимум 30 этаж. Целыми отсюда нам явно не уйти. Итак, вот и еда. Эй, официант, поживее. Ты что, не видишь, что моя невеста голодна? Невеста? А-ха! В смысле? Погодите, чего? Я гляделся в поисках другой женщины за столом. О чем этот Дон говорит? За столом были только я, Осага и два телохранителя. Внезапно до меня дошло. Я повернулся к Осаге, она была довольно взволнована. Ты невеста Дона? Человек с аппетитом резал котлету на тарелке. Ну все, я устал. Мне надо жрать. Ну что это за дела? Так. Итак, дорогая, когда же ты представишь меня молодому человеку, который сегодня составил тебе компанию? Это Кайта Шилдс из студсовета Академии Санрайдер. Он помогает мне с клубом Кенда и... Осага нервно хихикала и явно хотелось оказаться где-нибудь подальше отсюда. Студсовет, говоришь? Это значит, что ты довольно умный паренек, верно? Ну, я не знал, что ей ответить. А ему, кажется, было интереснее говорить самому и слушать. Я решил успокоиться, пока не найду выход из сложившейся ситуации. Бери голопланшет. Да, голопланшет можно было убрать. Я смотрю, ты очень сблизился с моей будущей женой. Он ткнул мясо вилкой. Сегодняшние парни одеваются совсем как девочки. Они не понимают, что для настоящего мужчины важны его вес и обхват. Вот золотые слова. Я хочу есть, блин. Это неправильно, мой маленький олененок. Я мог только съежиться. Какая-то это Бас Каллен, владелец Imperial Transport Inc. Он старинный друг моего отца. Хе! Да я до сих пор помню тот день, когда встретил твоего старика. Он тогда был резкий и яркий малый, своим блеском он мог кабана завалить. Пока Каллен распинался об отце Осаги, я неловко присел. Внезапно он стукнул кулаком по столу, заставив посуду подпрыгнуть. «Да ешь ты уже, парень! Еду не видишь, что ли?» «Блин, да не бойся ты, я не дурак, чтобы отравлять хорошую годную пищу!» Почему-то в это я поверил. «Итак, олененочек, не следует ли нам обсудить планы на наш прекрасный день свадьбы?» «То, что случилось с бизнесом твоего отца, меня действительно печалит». Как долго ты будешь продолжать жить в такой убогой нищете, хотя можешь отдохнуть в объятиях состоятельного мужчины? Убейте меня кто-нибудь. Ну, насчет этого, пожалуйста, отмени венчание. Чего? Любовь моя, это, наверное, какая-то ошибка. Нет никакой ошибки. Извини, но я не хочу за тебя замуж, потому что я хочу выйти за Кайта. Чего теперь? Вот это новости! Но мой шок был мелочью по сравнению с тем ужасом, который пробежал по лицу Каллена. Чего? Бросить меня ради этого хлипкого баба-мужика? Баба-мужика? Каллен нахмурил брови и уставился на меня, как будто я был маленькой дичью, на которую охотились, чтобы съесть. Парень, это правда? А, черт. Хотя Осага все это и выдумала, но выбора у меня не было, пришлось подыгрывать. Кроме того, одна мысль о том, что Осага выйдет замуж за эту тыкву Каллена, нет, это слишком. Да. Я оберегу Осагу от тебя. Деньги ни хрена не значат, когда речь идет о настоящей любви. Такой бред, это действительно я сказал. Каллен смотрел на меня, мы сверлили друг друга взглядами, глядя глаза в глаза.
Черт, я моргнул! Кален молчал. Ха-х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 а
собираешься осчастливить мою возлюбленную, я с радостью уступлю ее тебе. Но тебе придется постараться, чтобы не разбить ее нежное сердце, иначе мое возмездие будет быстрым и подавляющим. Нежное чистое сердце? Ну, Кайта и я на самом деле уже счастливы вместе. Разве не так, милый? Да, мы, что называется, два сапога пара. Черт, это ужасно. Ну, а теперь можно и за еду приниматься. Давайте-ка насладимся совместным ужином. О, да. Да. Что за хрень происходит? What the fuck is this? Они явно, это явно папашка, который просто зазебинирует, потому что иначе я это представить даже не могу. Я закончил самый неловкий ужин в моей жизни. Асага ушла в ванную, оставив меня наедине с Калином. Он приблизился ко мне, как будто собирался дать отеческий совет. Парень, у этой девушки были тяжкие времена. Моим главным желанием всегда была забота о девочке Окрана. Окрана, скорее всего, да? Окран, ну пусть будет Окран. Но, если таково ее желание, у меня нет выбора, кроме как согласиться с ее решением. Просто знай, что если ты не будешь о ней достаточно заботиться... Калин отклонился назад, а охранник размял костяшки пальцев. Понял, сэр. А черт, ну и во что я влип на этот раз? Мало того, что пришлось изображать глубокие отношения с Осагой, так еще и жизнь моя теперь зависит от того, сумел ли я одурачить этого жирного Бурова. Чтоб тебе разорвало, Осага. Главное выбраться отсюда, уж потом я... Я вернулась. А, ведь уже наступил комендантский час. Эй, слуга, развези этих двоих по домам и организуй транспорт для меня. Я вышел вместе с Осагой, более всего на свете желая скрыться куда-нибудь из этого места. Тем временем подписался на нашу трансляцию 21 месяц к ряду. Просто за тебя. Кстати, скоро выйдет новая часть Саус Парка, надо будет порулить. Спасибо тебе, Тиме. Вот тебе, Бруфис. Тш! Я обнимашки. По силе разрыва мозга это как Рут, Лена или Мику. Ну да, да, есть такое. Так, валим она. Так, мы минус 3 стресса, стресса было много. Так, почти корона, да, почти корона. Так, подождите, они опять запарили показывать еду, я должен реально, похавать. Где похавать? Где похавать? Может быть, за доставку заказать? Женщина! Женщина, я понял, раз ты меня не кормишь, ты будешь заказывать мне сейчас доставку. Все. Объявляю бутербродный перерыв. Женщина меня моя не кормит, значит я пошел делать себе бутерброд. Женщина. Блин. О, сырок. Сырок и нарезочка, господи, да вон, изи-пизи. Можно выигрыш есть, можно поесть. Меня нет, я в душ ушла. Ну, точно. Сырку навалили. А, блин, надо соусту. Надо соусту. Вот соус. Да. Хорошо.
Ха! Изи бутербро... Изи бутербизи. Он всегда же голоден. Я ем. Что у тебя там пекет, Родя? Родя, охлади. Гонард, Гонард, есть чувак Джейси Дака. Он очень редко появляется, но он играет D3 и в КВЕ. Минус сытость, плюс стресс. Наоборот, плюс сытость, минус стресс. По всем параметрам. Плюсы сплошные. Это на самом деле очень крутой перк, когда ты кушаешь успокаиваться. Плюс пузика, не плюс пузика, а плюс вес. Социальный вес. Да, Джоша, подложил ты свинью.
Вот это ты дай, Ёж. Что это за дела? Ну-ка пошел вон отсюда из кухни. Не люблю тебя больше. Плохой. Так, ну что, уважаемые? Не любишь Джошу, алё? Да, да, Джошу себя плохо повёл. Джошу себя просто повёл отвратительно. Итак, дорогие друзья, продолжаем. Сегодня каникулы в честь дня освобождения. Так. Блин, я типа на Академию и на План Академии на так могу надевать одинаковым образом. Окей. Голопланшет вырубаем обратно, вещи. Талисман повстора и талисман встречи у меня есть. Так. Сегодня героям 3, 18 лет. 18, хорош, совершеннолетие. Научный центр, временная работа. Хорошо, денежка есть, можно поесть. Ядрить у меня 111 денег. Я поспорил с Осагой на тему произошедшего. Осага, тебе много чего придется объяснить. Прости, Кайта. Слишком много всего стряслось. Хе-хе-хе, извини за неудобство. Неудобство? Она произносила так, как будто речь шла о какой-то мелочи. Мало того, что я теперь обручен, так еще и теперь вся моя жизнь зависела от того, как долго я смогу дурить господина Котлету, что собираюсь жениться на Осаге. Ну и кто этот Калин? Друг твоего папаши? Они были партнерами по бизнесу, когда мой отец был главным в компании. Я думаю, папаша организовал мою свадьбу с Калином еще до моего рождения. Ну, в любом случае, ты сильно не волнуйся. Это было что-то вроде их общей дружеской шутки. Моего старика и Калина. Так что ничего серьезного. А вот вчера мне казалось, что все очень серьезно. Ну и что мы теперь будем делать? Калин же думает, что я буду твоим мужем. Ну, а что такого в том, чтобы немного попритворяться? Не волнуйся, это все равно всего лишь шутка. Он просто хотел тебя напакостить, вот и все. Осага, кажется, не понимала всей тяжести ситуации. Зная ее, может наступить конец света, а она будет смеяться, что все будет не так плохо. Очевидно было, что сейчас разговор с ней не даст ничего. Неважно. День еще только начался. А я уже истощен до крайности. Пожалуйста, не устраивай мне больше неприятностей, хорошо? Принято. Прости. Так, события. Ближайшие события у нас. Праздник День Освобождения, это пойдем. Конец каникул, это не пропустим. Научная выставка, экзамены. Просто немножко научную выставку пошуршим. Лаборатория. Смотреть за опытами. Гамбарию! Минус 2 мораль. Библа. Как делишки, Кайта? Пошармируем. Невероятно, ты что ты такое говоришь? Ну, короче, шармируем ее. Первая часть на канале есть? Нет. Запоролась, сори. Сори, минус первая часть. Только для невероятно посвященных и крутых. Временная работа. Зачем мне временная работа, не очень понятно. Да, реально, в академию пойду. В библию делать домашку буду. Так, здесь мы... Религия ей не интересна. Лаборатория. Посмотреть за опытами. На сегодня клубная работа окончена. Так, хорошо. В библии давайте поделаем домашнюю работу. Она просто хочет со мной разговаривать все время. Мне, кстати, стресс 22, надо пойти РГ купить.
Покупаем эроге. Анонируем. Зарабатываем дальше миллион. Зачем мне здесь столько денег? Я не знаю, я какой-то фармила галимый. Академия, здесь все хорошо. Спортзал, давайте физуху пофармим. Потому что денег-то на самом деле до хрена. 106 и тратить их, по-моему, некуда. Лаборатория, готовить выпечку. Смотреть за опытами. Хорошо. Стресс снижает, порножурналы оптом скрывать. Да, надо... Я хотел бы купить порножурналы оптом, короче. Было бы очень здорово. Так, спортзал. Давайте покачаемся немножко. Как делишки кайта? Шармирование сработало. Плюс физформа, минус плюс стресс. Быстро заснул. Хорошо. Инта падает. Ой, боже. Я в день нафармливаю пару статов. Стресс снижает, порножурнал оптом. Та-та-та-та-та-та-та, это мы видели. Ты эту запорол, демон. В смысле, серьезно? В смысле, серьезно? Это запорота? Ты серьезно? Прекрати. Нет, все нормально. Родя, не пугай меня. Родя, не пугай, прекрати. Остановись, подумай. Как я мог запороть? А, ты про это, господи. А, это-то, это, ладно. На самом деле, тут дело в ленюшке. Надо это все дело просто экспортировать, и этот кадр отчекрыжить, вот и все. Это-то ладно. Ну, это мы сделаем. Ну, я поговорю с Шатиком. С Шатиком Ратиком, ну, то есть, пусть помогает. Силища. О? Зашармируем. А, не надо, ты мне льстишь. Качай харизму, капитан. А по удачу до единицы упала. Это прям надо... Мне вот на самом деле удача, по-моему, вообще нафиг не нужна. Чтобы ты этот сейв порезал. Кстати, по поводу порезания сейвов. Сохранились. Так, карта города. Нам надо, кстати, силушку еще по... Качировать. Нет, я не такая, говорит Соло. Соло не такая, ребята. Трусики надо дарить. Да, кстати, по-моему, пора уже трусики. Эй, просыпайся, Кайто! Сегодня я обещал сводить меня в парк. Так, это мы помним, это мы проходили, это мы в парк ходили. Сейчас Ава зайдет. Идем в парк. Помним, что мы скормим. Помним, что здесь долго приходит наша подруга. Основная. Она нас накормит очень вкусной штукой. Мы скормим нашу сестру. Скормим нашу сестру Асаги. Принеси сестру в жертву. Конечно же, скармливаем. Да. Скормили. Все хорошо. Сейчас мы будем кушировать. Здесь они все базарят. Базарят. Просто базарят. Просто базарят. Просто базарят. Просто базарят. Меня напоили жутью. Меня поцеловал мой пес адмирал. Мы поехали домой. Да. Быстрее скипать можно на пробел. Веселый был денек. Так, хороший был денек. Когда последний раз сохранялся, только что. Так, сегодня каникулы, через день освобождения. Так, а что мы хотим? Мы, наверное, как-то, блин... Что у нас есть? Может быть, мне какой-то талисман могу купить? Малый талисман любви, большой талисман... Маленький недорогой поможет завести
Хорошо. Торговый центр. Пойти за покупками. Сканер Союза, естествознание. Одеколон Космокит. Мне нравится идея одеколона Космокита. Хрен с ним. Так, Академия. Спортзал, заниматься. Один занимаюсь что-то. Хотелось бы в зале игровых автоматов, может быть, потусить. Соло в зале игровых автоматах? Вот это да. Шарм на соло работает. Начали работать. Мораль у вас слабая, давайте вас мораль... Мораль поморалируем. За что Айлимчик баны дает? За нарушение правил. А ты думаешь, он за что дает их? Думаешь, ему хочется твоего внимания? Знаешь, на самом деле, мне Лим вчера написал вечером. Он говорит, слушай, Саня, мне так... одиноко. Я хотел бы немного капопрайдовского внимания. Ничего, если я немного побаню ребят, чтобы они немножко там со мной взаимодействовали. Просто очень хотелось бы как-то пообщаться с ребятулями, а как бы просто за беседу я завести не могу. Пусть будет так, как будто я дергаю их за косички, как в школе. Вот. Но я ему говорю, ну ты, братан, особо не злоупотребляй, и потом разбанивай ребят, но да, в общем, в целом ты можешь так делать. Вот, поэтому он просто, чтобы привлечь твое внимание. Ты как бы приглядись, он на самом деле статный парень, прикольненький. Ты бы видел, как он во все игры играет, это просто нечто. Так, так. В храмецкий, что ли, спалзируем. Пойдем помолимся разок, а то что-то... Это ты? Шармируем соло по полной. Но только что-то не срабатывает. Так, вы мне дадите где-нибудь там встретиться с моей любовью всей жизни? Да, меня похейчивает. У меня теперь весь чат красный. Наслаждайся. Кушай, бразы, наслаждайся. Смотри за опытами. Мораль надо до 30-ника догнать, я профейлил с ней. Так, спортзал, побегать. Так, шармируем всех. Спасибо. Подходи в бассейн или во двор, вдруг она там. Бассейн или во двор? Нет, подожди. Сегодня каникулы. Вот это у меня статы, ребята. Вот это у меня статищи. Так, бла. Блин, да, а что она там будет делать? Подготовка. В библии делать нечего. Она редко, но встречается в Рюянском храме. Подожди, а купи талисман у меня есть тут? Так, давай помолимся сходим. И теперь соло меня хорошо так преследует. Начали работать неучебные клубы. Так, надо поднять. О, Юрец подтянулся. Здорово, Юрец. Так, библиотека, карта города. Давай в парк сходим. Да что ж ты будешь делать? Я серьезно не могу. Ты статы вебкой загородил. Ага. Давайте их просто еще меньше сделаем. Хотя, на самом деле, зачем нам их делать меньше? Так. Так, давайте-ка сохранимся. Сохранение сделаем сюда. Так, ладно, пошли поработаем. Давай рисуманим. Так. Тю, я тоже Юра, а я сначала стрима.
Ну, как бы, понимаешь, ты не знаменитый Юра, а Юрец знаменитый Юра. Вот и получается, что... Слушай, не, уже, честно говоря, как-то, может, харизму покачать. Так, на сегодня клубная работа окончена. Так, хорошо, давай, подруга, я хочу тебя видеть. Заниматься. Да мне надо ее наролить как-то. Мне уже очень важно это сделать, ребята. Хотя нет, у меня еще полно-полно времени. Как мне ее наролить? Что за дела? Так, все, школа. Вот сейчас я ее буду во время обеда в классе искать. Обедать. Да как так-то ты из тебя здесь нет? Ты троллишь меня. Ты троллишь. Ты троллишь, шо? Во дворе. Наблюдай за клубом. Подруга, я тебя ищу везде. Она во дворе, а ты фейлишь. Она во дворе, а ты фейлишь. Так она во дворе, у меня учебы не было. Как тебе во двор? Ну давай, ты здесь будешь. Нет, все, ладно. Теперь никого здесь нет. 10 звезд, случайных встреч нет. Так, все, ты давай, где мне поесть? Во дворе сейчас поедим или в классе? Давайте попробуем обедать во дворе. Да что ж ты будешь делать? Если у тебя фулл статы с ней, то она не появляется в случайных встречах. А как ей подарок подарю? Мне что, типа, если у меня фулл статы, я ее просто даже уже не вижу? Вау, это so dumb. They dead, like so dead, like OMG dead. My mother and father are dead. Если у тебя та-та-та-та-та-та-та. Ну, кстати, надо эту делать. Надо эту делать, домашку. Подарок сады поднимает. При фулл цезах подарок уже не особо нужен. Чет! Зачем я его купил-то тогда? Ну ладно, тогда хорошо. Тогда давай, 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 тогда что? Тогда в библе будем делать домашку. Я прилежный ученик, делаю домашку. В лаборатории смотрим за опытами. Карта города, спортзал, карта города. Давайте работать. Работан. Работан. Так, давайте, 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 знаете что? Давайте... Шармируем. Шармируем Солу. Все шикарно. Надо уже порно-журнальчик купить. Так где бы мне поесть? В библии просто делаем домашку. Хорошо. Так, тут совет. Блин, да мне тут накач здесь не нужен. У вас у всех все очень хорошо. Тут совет. Шляешься по с кружевными этими по школе. Да, конечно, правильно, так надо. Шармирую. Мой шарм восхитителен. Плюс 3 стресс, минус 1 домашнее задание. Что за дела, я не понял. Научный центр. Если мне что... А, я хотел помолиться. Так, Соло меня не ожидало встретить. Мы ей всякое предлагаем. Типа, ты погляди, какой я симпатичный. Минус 2 удачи. Сделал минус 4 удачи. Сделал 4 удачи. Ирландский храм. Молиться. Да. Да, реально, случайная встреча. Нету уже больше среди случайных встреч красненькой, потому что у меня с ней максимум. Кек. А вот Соло мы... Соло не любит, когда больше шармирования не хочет. В этом месяце вы уже не встретитесь. Очень тупо. Так, ну, я нафармил удачи на 19, поэтому я хотел записать в клуб. Ой, шикарно. Этот множитель поднимается, это очень здорово. Рерол? Рерол не сработал. Стресс 20. Идем покупаем порно-журнал. Ой, не то нажал. Стресс 25, кстати. Опасно. Вау, 4 удачи сролило в минус. О.
Где мне поесть? В библии не надо, во дворе, в классе, в кафетерии. В библии можно просто подготовку сделать. Хотя можно просто случайную встречу сделать. Отобедать. В одиночку, сыч. Сыч отобедал в одиночку. Господи Иисусе, вот это профейл. Это профейл нужнейших просто. Так, записать в клуб. С удачей 15 давай попробуем. Хорошо. Карта города, торговый центр, пойти за покупками, купить порно-журнал. Купили порно-журнал. Стресс заминусили, жестоко. Харизма, физуха, научная, что-то там, ничего не хочу. Пошел я, наверное, в Ревианский храм, потому что я дальше молиться. Хорошо так. Как делишки какая-то, поговорим о работе. О работе ей понравилось. 5 кредитов отдаем, удачу формируем по полной программе. Шикарно. Удачи сейчас нафармируем, я не знаю, где-нибудь 25. Так, где мне поесть? Нигде мне не надо поесть. Хотя нет, пойду в класс. Там минус стресс, потому что. Курим с тобой пошлые шутки. Нет, вы слишком добры. Что за дела? Так, хорошо, в библии. Так, у меня 19 этого удачи чертовой. Записать в клуб. Хорошо. Записали в клуб, шикарно. Это мультиплайер. Мультиплайер мне очень нужен. Ревианский храм. Сразу молимся. Солой. А с Солой поговорим о работе. Кажется, Соли до работы до моей нет дела никакого. Очень жаль. Так, инта падает. Так, хорошо у меня с удачей. Можно смело... смело покушать. Да не, в библии просто. У меня 192 инты, нифига себе, я жирный. 194, вот это цифры. Охренеть. Так, тут совет, кстати, можно пофармить. Хотя нет, подожди, стоп. Я сюда записать в клуб хотел давным-давно. Записать в клуб. Пам-пам-пам. Давай-ка репик. Хорошо. Дача 23 работает. Работаем, работаем, работаем. Ревенский храм. Молимся за успех. За успех нашей компании. Так. Пал в постель, быстро заснул. Так, хорошо. Конец недели. Что-то у нас тут какая-то борода творится. Почему нет? Давайте дальше молиться. Удачу максить. Максим удачу. Максим удачу. Пока есть бабосики. Молиться. Надо, кстати... Так, давай поговорим о религии. Тебе нравится? Ха-ха-ха, это интересно. Нет, не нравится. Начали работать клубаки. Записать в клуб. Перепик. Просер. Просер полный. Еще раз записываем в клуб. Давай, мне нужен саксис. Отлично, саксис. Саксис сработал. На сегодня клубная работа окончена. Шикарная карта города. На самом деле уже ничего не хочу. У меня уже все хорошо. Временная работа. Да. Тем временем Ронун 3711 подписался. Спасибо тебе, Ронун 3711. Welcome to $5 Club. Добро пожаловать в семью, братан. Вот тебе профис. Тш! И обнимашки. Ты красавчик. Спасибо. Минус 5 удача за раз. Господи, как удача дикейца. Это просто нечто. Это просто нечто. Дикей удачи это просто ад. Нахрен на земле. Сколько у меня осталось репиков? 6 чаржей осталось. 6 чаржей, временная работа. Тут стресс, ладно, хрен с ним. Подожди, стой, надо сохраниться. Сохранение, сохранимся сюда. Угу, временная работка сюда. Зафейлил? Нет, не зафейлил, молодец. Хорошо, клубы внеучебные. Теперь меня интересует записать в клуб. Репик пошел. Профейлил 2 репика. У тебя 18-19 тел. На самом деле, технически можно уже в любой из этих фигачить. Вообще, на самом деле, 20 это мультиплайер очень мощный. Очень мощный мультиплайер. Конечно же, когда у меня уже близки к сотке, все вот эти мультиплайеры, это очень сильно решает. Записать в клуб.
Типа записать в клуб это настолько круто, что просто трындец. Так, работа окончена, идем за порно-журналом. Так, 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 тихо, тихо. Торговый центр, пойти за покупками, пойти за покупками. Покупаем порно-журнал, радуемся жизни. Идем сразу работать как сучечки дальше, вообще даже без не глядя. Хотя у меня здесь в научном центре уже много зафейливается. Как только зафейлится в научном центре, будем в торговке работать. И, кстати, я не хочу талисман этого рестарта юзать на минус 5 удачи. Удача просто зафейливалась, просто 6. День Святого Валентина практически наступил. День Святого Валентина почти наступил. Все верно. Кому вы хотите отдать шоколадки? Фу-фу-фу-фу, Чигара, у меня есть объявление. Я действительно встречаю Скайта! Очень здорово, спасибо, спасибо. Я не знала. Я спрыгнул с сиденья. Подожди! Чтоб тебя разорвало, Сага! Чего она пыталась добиться, делая такие смелые заявления посреди класса? А ведь я еще даже не решил точно, буду ли я подыгрывать ее фарсу. Эй, Кайта, не стесняйся. Разве не ты во время отпуска признался мне в своих чувствах? Сага схватила меня за галстук и притянула к себе. Разве нет? Я никогда не знала, что у заведующего такие чувства к Асаге. Нет, Чигара, не уходи. Эта рыжая злокрыса меня подставила. Не закрывает меня свое сердце. Пожалуйста, будь отныне счастлив с Асагой. Провал. Полнейший провал. Она даже не стоит того, чтобы драку устраивать. Просто убейте меня. Кажется, дружеские шоколадки в этом году ты получишь только от меня. Звучало это так, что я мог бы получить гораздо больше, если бы не был, скорее всего, таким придурком. Слова Чигары эхом звучали у меня в голове. Дружеские шоколадки. Дружеские шоколадки. Дружеские шоколадки. Жди моих вкуснейших любовных шоколадок, Кайта. Примерно так, на самом деле, меня Оля запикапила. Вот так. Эй, жди моих вкуснейших любовных шоколадок, Кайта. Такая альфанула. Альфанула. Ну а что поделаешь? Что поделаешь? Одна альфует, другая не альфует. Ешу, понятно, что так, кто не альфует без этого, без сладкого. Все понятно. Пирожок может достаться только одному. Так, я тебя ненавижу, Асага. День за днем я не получал от нее ничего, кроме проблем. Верните мне мою обычную школьную жизнь. Я не хочу, чтобы всю оставшуюся жизнь у меня на хвосте висели головорезы котлеты. Я не хотел, чтобы Ава начала меня ненавидеть. Я не хотел, чтобы Чигара холодно ко мне относилась. О, вечный император небес. Пожалуйста, спаси этого молодого человека от его мучений. Так, ну все, это хорошо, да? Это говорит о том, что меня... Да мы и так знаем, что ты пассив. Конечно, конечно. Это же говорит о том, что я, типа... Так, делаю домашнее задание. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Так, количество 20. У меня хорошая удача. Так, мы добавляем... Записать в клуб делаем. Хорошо. Записали до 20 здесь. Теперь не стесняемся потом... Научный центр, временная работа. Все пока хорошо. Спим. Спим, удачи, пока 20-шок, все хорошо. Время обеда, где у нее поесть? Нигде, ты делаешь домашнюю работу, ты не кушаешь. Кто... Я, кстати, инту сейчас до 200 дофармлю. Так, теперь в бассейн, записать в клуб. Давай, 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 давай. Ай, хорошо, 20-20-20, везде 20. Везде 20 участников, я считаю, что я очень уважаемый человек. Так, рерол, пошел, сделали рерол, хорошо. Завтра надо уже покупать порно-журнал. Минус 3 удача. О, боже, реально. Плюс 2 стресс. Так, подожди, я случайно рерол нажал, что ли? Fuck my life. Вот же боль.
Библа, доделаем домашку. Никакого рерола на эту срань. Никакого. Никакого рерола на эту срань. Как пройти драку тут? Я нажимаю, но проигру. Братан, я даже не знаю, какой драке ты говоришь. Так, события. События. Научная выставка. Осталось совсем немного. Давайте лабораторию просто фармим. Смотреть за опытами. Или мы что-то хотим там, может быть... Не, подожди, стоп. Хотя, ладно, давай. Мораль пофиг, мораль топ, посмотреть за опытами. Угу. Карта города, торговый центр. Пойти за покупками. Поанонировать. И теперь мы пошли зарабатывать здесь. Хорошо. Хорошо. Кендо. Кендо, ты проигрываешь, но у тебя, видимо... Смотри, твои очки, это первая цифра, умноженная на вторую. Первая цифра набивается очень тяжело, но, как я понял, она теряется. Вторая цифра набивается легко, но она теряется. Само собой, как бы у тебя... По сути, ты должен делать так, что когда ты занимаешься со своей группой, у тебя шли бы статы вверх. Это очень важно. Пришло утро, пора в школу. Хорошо. Где мне поесть? Инту фарми. Инту фарми, подготовка. Фарм инты. 200 инты. Саша не болван. Сейчас как вдарю, увидишь, кто болван. Так, здесь перезаписали? Подожди, а почему оно так выглядит странно? Понятно. Так, лаборатория. Смотреть за опытами. Как бы, по сути, ориентируйся, братан, просто на... По сути, ориентируйся на перемножение этих двух чисел. То есть, как бы, с одной... Ну, у тебя, по сути, 2 числа, я не знаю, должно быть... Раз там... Зависит от количества. Когда у тебя уже чем больше у тебя первое число, тем меньше надо тебе его поднимать. Вот так вот. Потому что второе поднимается верно, а первое поднимается с трудом. Само собой, в зависимости от их соотношения, меняется value этих чисел. И тебе... Как правило, в начале тебе надо и поднять количество участников, и поднять подготовку. То есть... Там быстро догнать каждый из параметров там до 10 примерно. До 10, до там 5. 5, 10, потом 10, там 20, потом... Потом, собственно, до 20, когда докачаешь, уже даже, наверное, и целесообразности становится мало, пока ты до сотки не докачаешь каждый из парамов. Вторичный парам имеется в виду, вот этот вот. Потому что он качается с трудом, с большим. Тебе надо сначала долго инвестировать в удачу, потом поднимать количество этого... Фейлов очень много. Ну, тут мы знаем, что у нас 3-0. У меня золото, у меня 300 престиж школы. Девушка 1 спрашивает. Эй, кто это? Это вице-президент студсовета, отвечает девушка 2. А он ничего, горяченький. И я отдам ему свои шоколадки. Да, давай сюда. Хотя вкус на девушек у него не очень. Я слышала, что он встречается с той психованной капитаншей из клуба Кендо. Ух, ты имеешь в виду ту самую, которая в прошлом году затопила спортзал? Да, та самая капитанша из клуба по Кендо. Черт! Разочарование клокотало внутри меня, пока я переправлялся через это море женственности во дворе. Моя популярность была на самом дне. В смысле, на самом пике. Как поднимать харизму? Отчеты сдавать. Такими темпами я стану посмешищем для всей школы. А, это ты? Погруженный в себя, я чуть не врезался в Соло. Соло? Глаза Соло удивленно расширились, и она попятилась. У меня плохое предчувствие. Что, теперь и Соло от меня убегает? Это может означать только одно. Знак ворона. Чего? Ужасные происшествия будут преследовать тебя весь год. Одно за другим. Хрупкие предметы будут падать и разбиваться. И вот девушки будут тебя обманывать и вводить в заблуждение. Ближайший друг тебя предаст.
это, безусловно, будет мучительный год. Я не удивлюсь, если это так. Как мне спастись? Мне нужна твоя помощь, Соло. Только божественное вмешательство может спасти меня сейчас. Единственная надежда для тебя — святилище Шар. О, я знаю, где находится святилище Шар. Ладно. Это была бы отвратительная шутка. Это маленький алтарь высоко в горах. Идите к нему в самый темный час ночи и помолись о спасении. Ты должен поторопиться, прежде чем клеймо проявит себя. Проявит себя? Ах, тьма слишком велика. Соло закрыла лицо, как будто она не могла на меня смотреть. Буду ждать тебя ночью у святилища. Приходи, прежде чем ты полностью попадешь под заклятие ворона. Все это звучало нелепо, но в этот момент я был в отчаянии настолько, что решил попробовать. Хорошо. Тогда до встречи у святилища. Я вновь погружаюсь в бездну. Я встретил Соло у святилища перед самым закатом солнца. Добро пожаловать в святилище. Спасибо, что помогаешь мне, Соло. Я не думаю, что девушка будет утруждать себя ночными пешими прогулками в горы. Дело не в этом. Я всего лишь выполняю свои обязанности священной жрицы храма Рювианской династии. Я собрала немного провизии. Путь будет долгим. Надеюсь, ты хорошо приготовился. Соло указала на рюкзак на ступенях храма. Фють. А работы будет многовато. Я уже и так устала от долгого рабочего дня, но теперь мне что, придется карабкаться на гору? Да уж, этому члену студсовета передышек не дают. Я закинул рюкзак на плечи и двинулся за Солой к началу тропы в горы. Пошли. Нам сюда. А на что влияет харизма? На количество вариантов внезапно погода поменялась. А! Небеса потемнели, и вокруг нас начали собираться грозовые тучи. Молния прочертила небо, а потом начался ливень. А, нет. Знак ворона сопротивляется. Он хочет не дать нам себя нейтрализовать. Ветер завывал, швырял мне в лицо капли дождя. Деревья на горе грозно качались. Я не думаю, что мы можем идти в горы в такую погоду, Соло. Увы, наша миссия сорвана. Твоя неудача сильна. И я действительно боюсь того, что на тебя свалится. Так это просто неудача или кто-то меня проклял? Я ни в коем случае не был суеверным, но несчастье на мою долю в последнее время выпало действительно очень много. Что же стряслось с моей блистательной студенческой жизнью? Ведь все шло так хорошо. Но потом случился инцидент в кладовой. А потом казус с формой заказа. Затем меня ударило электрошокером и похитили бандиты котлеты. Если подумать, предупреждающие знаки крутятся вокруг головы Асаги столько, сколько я ее знаю. Все свои сомнения я трактовал в ее пользу, позволяя ей легко отделываться. Ах, как же я дошел до такого. Мы должны все бросить, Соло. Бросить! Принято. Повторим наше паломничество в другой раз. Я опустил голову и, сопротивляясь попыткам ветра унести меня, покинул храм. Полнейший провал. Я упал в постель и быстро заснул. Ок.